Добрый день, дорогие друзья, точнее вечер на Паралии. Мы сегодня с вами. Поселок Витязева, 10.05.2022 год. Давайте посмотрим, что работает, что нет. Если получится, искупаемся в море на закате. Ну, а там как повезет. Приятного прогулки. Не забывайте подписаться, лайк поставить и наслаждаться с нами сегодня. Данилка, привет тебе. По рабочим заведениям. Столовая номер один на пересечении Черноморской и Южного проспекта работает. А в правую сторону у нас работает кафе «Грека». Открывалось там уже пиво с акцией от Азаровского, 10% скидка. Работает вот салон «Теле2». С правой стороны работают продукты 24. Сюда вы приехать можете, друзья, на 114-й, либо 128-й маршрутке из Анапы или из других населенных пунктов. Ну и мы заходим на Паралли. Вы только посмотрите, какую красоту сделали. Сейчас еще начали разукрашивать. Художники, это все, это дом страха будет, не целая комната, а дом целый. И вот это выглядит прям бомба, прям смотрится вообще просто. Я вот сам смотрю и очень сильно радует. И в одном стиле здесь также переделали вход в парк Византию. Ну, парк еще готовится. В дальнейшем мы тоже придем, посмотрим, что там будет интересного. Бургеры тоже работают, ребятки. Ценники поднялись, нет у вас, скажите? Такое, все. На что-то да, на что-то нет. А если поднялись, то на сколько процентов? На 30% на что-то поднялись ценники. Ну, в общем, можете посмотреть, что почем, дорогие мои. Увидеть, если вы здесь ели. Вот как бы все красиво. Эспрессо, латте. Пишите свои отзывы обязательно. Итак, сегодня в Византии у нас идет банкет. Столовая, кстати, работает. Здесь обеды комплексные от 200 рублей. Обещают. Работает караоке-бар, пожалуйста. Уже можно петь, танцевать. Паралия качает. Как это приятно создавать. Вообще просто огнище. Топчик. Канапчик наш. Дача, пекарня, тандыр, пицца на дровах. С правой стороны сыроварня, увальня уже открыта. Морской стиль открыта вроде бы. Пинта нет. А выстрел съели, фрегат запустился. Пожалуйста, друзья, смотрите, сколько заведений. Здесь еще ребята только готовятся к открытию, но некоторые уже запустились и работают. Магазин «Фасоль», качает музыка, немножко ходят люди. Это мы идем на закате, друзья. Какая чистота и красота на Паралии образовалась. О, сегодня работает роман «Блины». Здесь тоже делают барную стойку, ребята. Сходим к ним обязательно, когда запустятся они. Ну, что у вас в этом году? Короче, вот цена, он у нас, который маленький, 200 рублей, сейчас 250. Цена, то есть на 25%. Да, цена кофе, как есть. Как был, так и остался. Да, мы не хотим, как все люди, типа, американо, побольше, капучино, 300 рублей нет. Цена, как у нас есть в прошлом году, как будет. Угу. Молочный коктейль, который был 170 рублей, сейчас 200. Угу. Там с Нутелла, короче, который был 95, сейчас 150, простой, который 70, сейчас 100. Слушай, а с Нутеллой проблем нету? Нет, ну она... А по пиву, кстати, что? Ну, по пиву 100 рублей сейчас. Раньше, в прошлом году 80, сейчас... Ага, сейчас 100 рублей. То есть вы еще цены не переписали? Да. Понял. Ну, самое главное, обратите внимание, друзья, как чисто, как все быстренько приводит в порядочек, как все меняется, преображается Паралия. Много чего уже открылось и работает, ждет только вас. Уже есть первые гуляющие. Где же вы все остальные, дорогие наши? И кафе «Ван» готовится тоже к открытию. Чистят, убирают, территорию приводят в порядок. Здесь также запустились торговые точки. Это тоже великолепно, радует, с музычкой снежной такой, чтобы приходили. Покупали. Так, кавказская пленница, пока тишина. Здесь с правой стороны вроде бы тоже уже выставили тандыр. Смотрим, друзья. Слушайте, ну прям живенько, живенько. Это радует. Осталось только вас дождаться, чтобы все к нам наприезжали. И тогда будет все еще гораздо более приятно. Магазинная печка у них сам работает. Сверху какой-то магазин одежды появился. И везде сувениры, сувениры, сувениры. То есть огромное количество. Туалет под 30 рублей. Выходим на самую центральную площадь, которая зовется перед Люксором, Меридиан. Пока тишина, хотя в прошлом году в это время там уже было много отдыхающих. Кафе «Встреча» еще не сняли ограждение. То есть, хотя тоже одни из первых запускаются. Здесь возле крокодила тоже никаких изменений. Блин, там даже как-то больше движено. Наверное, сюда не каждый человек доходит, поэтому тут пока медленно запускается все.
появилась такая симпатичная подсветка. Это возле Green Bar. 10% на всю мини-скидку предлагают. Приходите, отдыхайте. В гостинице Горгипия находится Green Bar на Паралей. Продукты Перекресток тоже работают. И уже вафли, кофе и Босс Мороз. Мороженое продают ребята. Так, курортный роман. Работает у нас вещи Мираж Кафе. Роллы, пицца, шаурма, шашлык с левой стороны. Пожалуйста, ребята тоже жарят мясо. Здесь обещали по 77 рублей за 100 грамм. То есть все потихонечку запускается и работает. Это территория кафе Орион. Ну и собачки ждут, когда кто-нибудь что-нибудь купит и их подкормит. Это тоже хорошо. Закуски, пиво. Пожалуйста, от души, чтобы все было красиво. С правой стороны огромный выбор специй раз, разнообразных раз, там вещей. Кафе Орион. Раз, два, три. Уже также заработало. Шикарно. Улица Серебряная, Изнойная, она пополам так называется. И смотрим дальше, дорогие друзья. Здесь шашлык, вино, бистро, китайка запускается все равно потихоньку, полегоньку, готовится к открытию она. Смотрите, пальмы, пальмы, пальмы открыли. Готовится к запуску столовая. Говорят, пару дней и все. С правой стороны, друзья, смотрите, готовятся ролеты, которые эти уже даже запустились. Магазины Дары Черноморского побережья. Специи, аджики, варенье, мед, сухофрукты. Сувениры продают, рыбы разнообразные продают. Мы сегодня спешим на закат, поэтому хочется увидеть все. Привет, привет. Фрукты, овощи. Ребят, с открытием поздравляем. Хорошая работа. Уже работает, походу, на разлив. Люди думают, чтобы купить по 90, по 90, по 120. Вот он, новый магазинчик, который появился у нас в Витязево. С пальмами сверху. Люди все-таки есть, которые ходили на закат и сейчас обратно возвращаются. Смотрите, стало чисто, широко. Не хватает только зелени. Тир уже работает. Пойдемте постреляем. Добрый день. С открытием вас тоже. Все расчистили, песок поубирали. И Паралия готова для встречи своих гостей и отдыхающих. Вот так вот выглядит сейчас дорога на пляж. Еще не все, так сказать, выставлены элементы заработка денег на пляже. Ну, в ближайшее время, как только пойдут туристы, они, конечно же, появятся. Можете даже не сомневаться. Самое главное, переодевалки есть, полиция есть, мусорные баки есть. Мусор убрали. Но какая красота, друзья. Мы приходим на пляж, а здесь просто чудо. Как я рад, что мы с вами попали на такой еще и красивейший закат. Сегодня солнце лучи рисует там вдалеке. Прям такую красоту. Посмотри, какое море. Посмотри, какой закат. Красота такая. Вау. Что я этому прям очень рад. Ну, фантастика. Самое главное, что чистый берег, друзья мои. Как я рад показывать вам вот такие пляжи, чтобы вы могли порадоваться со мной вместе даже. Очень хочется искупаться, друзья мои. Вот сейчас замерю температуру и уже приму решение, будет или нет. Так, друзья мои, температура водички 13,6. Я надеюсь, что все-таки получится искупаться. Сначала давайте поднимемся вверх.
К сожалению, в этом видеосюжете купание отменяется у нас. Пока я летал на квадрике, Данилка немножко замерз. Мы не будем, как говорится, испытывать судьбу и идти ей наперекор. Поэтому, ребят, всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте лайкосик под видосик, подпишитесь на канал. И мы с вами не прощаемся никогда. Это интернет, друзья мои.